7:40 мы приедем, 7:40 мы приедем. Шалом, братья и сестры. У нас сегодня аквас, который мы будем переделывать. Кто это будет? Террариум, да? Да, аквариум ловким движением шуруповерта и алмазной коронки превратится в террариум. Сейчас кое-что покажем которые ближе. Вы должны поселиться, как вы посоветуете. Игуана, хамелеоны или бородатая агама. Вот кто угадает, кто будет жить в этом террариуме? Пишем в комментах. Шапочку заценили, а? Спасибо Ромчику, дал на прокат, говорит, тебе пойдет для видео. В общем, этот аквариум когда-то мы забирали, привезли. И тут хотел ты раков, да, разводить, Ромчик? Ну, не разводить, хотел. Ну, содержать, да. Да, содержать. Думал, все классно. Задумка была, да, что он станет между шкафами, не будет видно краев, будет со стороны казаться. Вот только зашли в прихожую, у меня бесконечный аквариум. Но вот что-то пошло не так. Двигали эти шкафы, разгружали. Ну, потом, когда его почистили, помыли, заметили, что он клеенный. Хотя, когда мы его забирали, он был наполненный, но... Как бы уже, когда это видишь, то есть воочию, да. Вот там как бы лепушечки. Вот здесь. И мы еще посмотрели тумбу, на которой он стоял. И видно, что он подтекал. Ну, и решили, что опасно его наполнять водой. Как бы да, будет потихоньку. Либо не сейчас, либо через время. То есть, ну, уже как бы шкафы особо не выдержат. То есть, этого движения. Туда-сюда и двигать, разгружать, загружать. Двигать, разгружать. И, как обычно, приняли потрясающее решение. Не, ну, было как вариант еще разрезать его и по новой склеить. Но стекло как бы не самого лучшего качества, поэтому, ну, все равно, чтобы не морочить себе голову, так как все-таки еще хотел каких-то рептилий, Ромчик, то вот решили взять. Покажи наш суперинструмент. Да, 2 дня добывали коронку по стеклу в Харькове, это оказалось. Не, не так быстро, да. Вот, но satisfaction. Да, ну, satisfaction сегодня я показываю вот здесь. А ты, может, тоже хочешь попробовать? Не а то хочу. Я просто, если что-то пойдет не так, я не смогу бить сам себя. Да я тебе помогу. У этой коронки есть направляющая. Вот вначале... Задаю с направляющей, начинаю сверлить, а потом ее убираю. Ну, естественно, водичкой пшикаю, маркером отметил отверстие, ну и потихонечку сверлю. Ну, и туалетная бумага, сами знаете, для чего. Для туалета. Ну, я не профи, я только видел, как делают. Вот сегодня впервые попробовал. А Ромчик говорит, ну ты ж уже на шаг впереди, говорит, ты уже видел. Я тебе уже показал. В какую сторону буду пробовать я, да. Я понял. Так и зачем же здесь отверстия? Дело в том, что отверстия эти потом будут закрываться сеткой, приклеиться на обычный силикон, приклеим, и сюда будет воздух поступать, и где-то здесь он будет выходить. Не знаем пока, будем там сверлить или нет, но эти точно нужны на вход, чтобы снизу тоже все циркулировалось, чтобы не было тут плесени, грибка. Кто больше соображает в этом и может что-то подсказать, не стесняйтесь, пишите в комментах, подскажите, как лучше сделать, где еще насверлить. Ну, вот так вот заканчивал сверлить, уже без направляющей. Ну, в принципе, нормально. Фирма, ну, это не реклама, ребят. Вот эта фирма. Вот и этими коронками мы сверлили. Ну, мы. Да, мы. Сейчас, наверное, у многих вопрос, почему я не показываю, как я сверлю. Ну, во-первых, одной рукой это неудобно делать.
Ромчик пошел там по своим делам занимается. А во-вторых, ну, я могу показать только, как не надо сверлить, потому что, ну, особого опыта нету. Вот, пришел. Разбил. Насяльника сейчас проверяем. Уже сразу разбил. Сюда иди. Сюда иди. Сейчас насяльника вровень выпирать. Все там сделали. Раскривушка. Ну, третья получше. О, уже одобрил. Говорит, на третий раз, говорит, ты уже получше сделал. Ну ничего. Еще. Три осталось. Еще, говорит, три осталось. Восемь.